Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас набор от компании Kingroy, набор автомобильного инструмента, код товара 080 MDA. Набор состоит из 80 предметов. Наборы Kingroy — это профессиональный инструмент, хорошее сочетание цены и качества. Кому нужен недорогой инструмент с хорошим качеством, то есть с гарантией 1 год, присмотритесь к наборам Kingroy. Поставляется данный набор, такая сверху идет бумажная упаковка. Здесь указывается гарантия 1 год, комплектация набора, что идет внутри, и где наборы производятся. То есть это здесь сделано Тайвань, остров Тайвань. Две трещотки в наборе, 1/4 дюйма и 1/2 дюйма, большая и маленькая трещотка еще называют. Трещотки имеют быстрый сброс головки, также фиксация есть. То есть одели, нажали, сняли. Длина трещотки под 1/2 дюйма 260 мм, под 1/4 155 мм. Трещотки силовые, идут на 24 зуба. Имеют реверс и быстрый сброс. Трещотки разборные, можно заменить саму часть внутреннюю или смазать, допустим. Рукоятка здесь идет пластиковая полностью. И то же самое на маленькой трещотке, реверс. Быстрый сброс есть, 24 зуба. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Применять вы можете ее в данном наборе или с головками под 1/4. Или с битами, то есть биты уже, которые идут с переходником, с адаптером. Получаем в данном случае отвертку. Есть также присоединительный квадрат, вы можете подсоединить трещотку. Получим отвертку с реверсом или удлинитель. Это уже зависит от работы. Ручка здесь также пластиковая идет. Два Т-образных воротка под 1/4 дюйма, длина 11,5 см. И вороток под 1/2, длина 250 мм. Также этот вороток можно использовать как удлинитель, если снять адаптер. Удлинитель 250 мм. А адаптеры можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. То у кого есть дополнительно вороток или трещотка по 3/8 дюйма. То есть можете использовать из набора головки. Ключи шестигранные. Набор ключей. Далее, в наборе шестигранный профиль, есть головки короткие шестигранные и головки длинные шестигранные. Головок Торкс в наборе нет, есть только биты Торкс. Под 1/4 у нас идет головок 11 штук, под 1/2 17 штук. Под 1/4 самая маленькая у нас на 5 мм, самая большая на 14. Под 1/2 у нас самая маленькая 10. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 221 грамм. Головки длинные, общее количество 10 штук. Самая маленькая у нас на 8. И самая большая в данном наборе идет на 19. Это длинная. Набор бит. Под 1/2 у нас 11 бит. Плюс переходник. Вот такой вот есть. Это для работы с шуруповертом. Можете биты использовать или головки под 1/4. И под 1/4 у нас 12 бит, которые уже идут с переходником. Под 1/2 для них есть вот такой адаптер. Вставили нужную биту и подсоединили сюда трещотку. Два кардана под 1/4 и под 1/2. Карданы скреплены, здесь металлические вставки. Удлинители. Под 1/4 дюйма у нас три удлинителя. 50 мм маленький, 100 мм и 150 мм. Это удлинитель гибкий для труднодоступных мест. В
под одну вторую. Я уже один из них вам показал. Это 250 мм. И еще один есть 125 мм. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. По комплектации набора все. Набор изготовления хром-ванадиевой сталь. Сверху нанесено защитное покрытие матового цвета. Сколов, каких-то следов от литья мы не заметили. То есть инструмент отполирован и нанесено защитное покрытие. Теперь по надписям на инструменте. Потому что это, как мы уже заметили, это очень важно для покупателей. Это мы будем говорить о надписи, которые... Возьмем головку из набора. Здесь надпись «Кингрой» идет внизу на металле. «ЦРВ» – это хромо-ванадиевая сталь, обозначение. В данном случае 27 мм – это головка. Надпись 27 мм. И особенность наборов «Кингрой», головок «Кингрой» – то, что здесь идет синяя полоска, разделяющая головку на две части. И также на самой краске надпись «Кингрой» – хромо-ванадиевая сталь. Надпись «Кингрой» есть на самой трещотке на металле. «Кингрой» – «ЦРВ». Также на битах у нас надписи «Кингрой» не идет, а идет надпись «Хром-ванадий», допустим, 5 мм. Это шестигранная бита. Удлинитель, также надпись «Кингрой», «ЦРВ», «Хром-ванадиевая сталь». Верхняя крышка инструмент хорошо держится, все защелкивается и не выпадает при закрывании. То есть не высыпается у вас все на нижнюю крышку. Не сказал еще по профилям, которые идут в биты, профили бит, тут идут торксы есть. Есть шестигранные биты, шлицевые и крестовые. И также биты под 1/4. Крестовые, торксы, шлицевые и шестигранные. Кейс состоит из двух частей, соединяется он с широкой зависой пластиковой. Запирание на металлические замки, на замках также надпись «Кингрой». Набор довольно компактный, ширина кейса 38 см, длина 25,5 см, высота 8 см, вес набора 5,7 кг. Вот видите, все хорошо закрывается. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить замок, закрыть набор. Качественный пластик и качественно изготовленный кейс. Вот такой вот набор. Надпись на верхней крышке «Кингрой Professional Tools». Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До свидания.